В Рубцовске богатая культурная и творческая жизнь. Ансамбль «Элегия» в своих выступлениях объединяет классическое оркестровое звучание и переосмысление знаменитых композиций современных звезд мировой сцены. На репетиции коллектива сейчас находится мой коллега Глеб Полянский. Глеб, вам слово. Здравствуйте, Тата. Мы находимся в Рубцовском доме культуры «Алтай-Сельмаш» на репетиции народного ансамбля «Элегия». И рядом со мной находится его руководитель Надежда Катаева. Здравствуйте. Добрый день. Нашему коллективу уже больше 10 лет. В 2009 году мы организовались. Сейчас уже отпраздновали, отвели юбилей. И вот сейчас мы работаем в новом направлении. К нам присоединился ансамбль «Колизей». И солист Федоров Константин, он сейчас будет петь, это произведение «Металлика». Вот. У нас и рок-песни, и эстрадные песни, и цыганские песни. В общем, разножанровые. Мы можем и народные. У нас был Александр Крестьянников, который играл на пиле. Сейчас вот его не стало. Но мы продолжаем работать. И в дни пандемии мы тоже занимались и работали, и выступали онлайн-концерты давали. Вот. И поэтому мы не стоим на месте. Мы растем, растем и растем. К нам присоединяются люди. У нас Андрей Скрипников играет и на гитаре, сейчас соло в «Металлике», и играет на саксофоне. Так что у нас развитие идет. А в составе коллектива в основном профессионалы или есть музыканты-любители? У нас, как считается, сейчас любительский коллектив, хотя люди закончили музучилище профессионально, да, но они не работают по специальности, не работают на Алтай-Вагоне, работают в Доме культуры, музыкальной школы, вот так вот они не занимаются этим. Мы приходим сюда, встречаемся, занимаемся тем, что нам нравится. Мы любим музыку, и мы ее и делаем. Ну что ж, исполните для наших телезрителей что-нибудь. Спасибо. Остается только пожелать творческих успехов ансамблю «Элегия».